И всем доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня мы с вами в игре Home Behind. Как я и говорил, в мире можно найти ад в нескольких местах. Социальный ад, мы его посмотрели вчера, и ад, когда твоя жизнь резко обрывается и резко изменяется, когда в вашу страну, к вашему дому подходит война. Это игра о беженце. У вас погибла семья, вы единственный, кто выжил. Заставку мы пропустили, где он просыпается. Поэтому просто нажимаем «Новая игра». Мы должны выбрать профессию вначале, да, кто мы? Рабочий, фермер. Так, сила, фитнес, ловкость, вместимость. Вместимость 10. Продмастерия, атрибуты, очки, интеллект. Восстановление настроения, вор. Давай будем рабочий. Мы простой рабочий парень. Режим истории и бесконечные. Мы в режиме истории попробуем. Вот у нас будет заставка. Мирное утро, вы заняты своим делом, ничего не могло так. Ваша чешуна, гражданская война разрослась на всю страну. Многие из ваших соседей уже покинули свои места. У вас дочка. Как только эта мысль принесли в вашей голове, где-то раздались выстрелы на горизонте, были силуэты танков, повстанцы, хотят много слухов, ходят много слухов о их действиях. Вдруг что-то просвистело вас над головой, и через мгновение взрывом «бегите!» вы вскрикнули, даже саму себя не расслышали. Сквозь темноту, которая накрыла ваше сознание, «вставай, тебе надо двигаться». А шаги стали слышны намного отчетливее. Боль волной пронеслась по вашему телу, темнота, вы провалились в темноту. Пим-пим-пим-пим. Пустыня. Как долго я был без сознания, что случилось с моей семьей, хер его знает. Ну, это из той же области бродилок, да, как мы играли и играем и любим. Так, это ваш статус. Тут отображается информация о вашем здоровье. Ветер утихает, это хорошо. Окей. Когда ваше здоровье здесь опустится до нуля, вы умрете. От вашего настроения зависит скорость восстановления здоровья. Ага. Когда питание опустится до нуля, ваше здоровье и настроение начнут опускаться. Не забывайте питаться. Если уровень воды опустится до нуля, вы потеряете здоровье и настроение. Не забывайте про воду. Открыть, закрыть сумку. Ясненько. Идти, отдых, переключатель между ходьбой и бегом. Кнопка отдыха дает вам возможность короткого отдыха. Вы сможете восстановить здоровье, если захотите. Закончились медикаменты. Сон, да, здесь нарисован. Карта показывает ваш текущий процесс. Прогресс. Эге. В настройках вы сможете управлять звуком, музыкой. Если вы умерли, не сохранились, игра начнется заново. Не забывайте сохраняться. Все хорошо, ветер утихает. Все хорошо, у нас нет дома. У нас нет работы. А, это вот так вот играется. Ну-ка, еще у меня осталось только несколько капель воды. Я не смог добыть еще воды, еще у меня нет запасов для этого обратного пути. Если вы читаете эту записку, то примите к сведению. В Джахни Вилледж нет никакой воды, деревня должна двигаться. Надеюсь, это сообщение дойдет до его семьи. А, я могу его обыскать? А как ходить? Ага. Так, это еще и китайская игра «Скелет». Вы столкнетесь с нужным действием в игре. Вот несколько из них. Похоронить, осмотреть. В некоторых могут исполнить только несколько раз. А не все действия выполнятся с 100% шансом. В правом верхнем углу отображаются ваши шансы на успех выполнения действия. А шансы на успех выполнять действия ваших атрибутов. Для того, чтобы узнать, с какой атрибут требует действия, смотрите на цвет текста. Красный — сила, ловкость, интеллект, фитнес. Так, ну... 80%. Так, кажется, он погиб от хищника, ясно. Давай поромимся, что у него там было. Отлично сделано, что-то получили. Вы только что нашли первый предмет, это нож. Вещи, которые надеты на вас, могут быть использованы как материал для других предметов. Ага, идем в сумку. Так, когда открываете инвентарь, время в игре замедляется. Тут вы можете увидеть ваши атрибуты и уровень. Тут ваша экипировка, оружие, одежда и так далее. В предметы вы найдете все предметы, которые у вас есть. Это ваша вместимость 75, да?
То вы можете видеть уровень 4 самых важных вещей в игре. Угу. Тут вы можете создавать предметы. Крафт есть, да, у нас? Так, мы можем прокачнуть. Ну, давай силу качнем. Силу, так, фитнес, ловкость. Подожди, там волк идет к нам. Нож в руки, это что такое? Фляга, травы, гравий. Я не знаю, зачем это все нам. Нам волка надо будет замочить. Так, похороним его. Это время потратить. Нахрен он нам сдался. Я беженец, конечно, смотри, это собака. А как с ними? Так, выберите ваш стиль боя. Баланс нажмите 1. Сбалансированный бой. Меткость нажмите 2, улучшение меткости. Но пониженный урон нажмите 3. Понял. Когда вы накопите достаточно ярости, вы сможете нанести сильный удар. Нажмите пробел. Во время боя вы можете защищаться. Нажмите правую клавишу, атаковать левую. Угу. Всякий раз при нажатии мыши вы обновляете атаку. Научитесь хорошо атаковать и защищаться. Успешно блокируя удар противника, накапливайте ярость. Как только вы вступили в бой, вы сможете пополнить свое здоровье только один раз. Нажмите Q. Вы сможете использовать другие предметы или сохраняться. Так, чё? Сука! Сдохни! Что это за дворняга такая? Это Mortal Kombat с дворнягой! Она сейчас нас мочканет. Очуметь! Смотри, как она легла красиво. Так, дай-ка полечимся. Полечимся, качнем силушку богатырскую и ловкость качнем. Мы будем ловкий ниндзя. Так, у нас есть мясо. Но мы не знаем, что из него сделать. Камень. Так, камень, ладно, пошли дальше. А мы можем волка разделать? Не можем, да? Так, мы можем воды набрать, если у нас... Так, вода, выпить, наполнить, фляга, требуется фляга. Так, выпить, флягу наполнить. А выловить 35% всего можем. Не, пошло оно. У нас мясо есть, мы счастливы. Так, что это у нас здесь? Озерцо и мухи? Выпить, наполнить сточные воды. Получить предмет, выловить 72%. Пить мы точно оттуда. Может вызвать понос. Тут только мусор. Так, я могу бегать. Ага. Подожди, я могу собирать камни. Видите, я с тележкой иду. Это вам не бомж, блин. Подожди, там кактус был. Блин. Я мог срезать кактус. Так, тут какая-то коробочка. Яблоня, по-моему, да? Съесть. Давай, сорвать. Отлично. Еще давай. Много яблок не бывает. Все. Срубить 75%. Да, попробуем срубить, чтобы древесину получить. Так, это что за коробка? Травки. Травку собрали. Война все уничтожила. Забрала мою семью. То есть жил, представьте себе, не тужил. Ходил на работу, да? Вот как многие из нас ходят на работу. И вдруг пришли повстанцы, которые не хотят ставить себе что-то там. И уничтожили всю прекрасную жизнь. Он ходил в рестораны. Давай-ка выпить. Отлично. А фляга у нас есть? У нас сколько фляг-то вообще? Вода у нас есть, вода? Подожди, а там порыбачить можно было? Ну ладно, уже поздно. Назад он не возвращается. Ну, вот наш процесс, кстати, идет, да? Где мы движемся вообще? Вот мы отсюда идем, нам надо вот так. Короче, идти нам до хренища. Тут только попить можем. Слушай, а здесь сладенькое. Что ты там выпил сладенькое? Там посал, ну что? А
чем почему у нас здоровье? А, это еда у нас тратится. По пустыне-то шарится с ножом. Нам бы винтовку какую-нибудь. Бегать я не рискую, у меня опять волк. Да что ты будешь делать? Интеллект, он еще и умный. Я шустрее тебя, сраная дворняга. Распустили здесь собак, блядь. Ты мне еще за жену не ответишь, собака. Мне нравится, как они переворачивают. Возьми меня всю. 8 раз. Так, полечиться надо. Что у нас вообще? Мясо. Еда, настроение аж минус 10, если сырой, да, сожрем? Погоди-ка, мы что там приготовить можем? Что мы можем приготовить? Нож мясника, дубинка. А из еды мы ничего приготовить не можем. Представьте настроение мужика, да? Утром проснулся, и все, и жизнь закончилась. Как бы у вас настроение изменилось? Вот представьте сейчас свою прекрасную жизнь. Ну, неважно, какая она, да? Так, может вызвать понос? Да, попробуем порыбачить. Может, что-нибудь ценное найду. Что это такое? Нож? Так. Блять, такое чувство, что мухи... Вот я сижу в наушниках, что они прямо надо мной реально летают. Так, трава. Трава, трава у дома. Верните мне. Кстати, тут можно песню петь. Кучку-ду, три колодца. Нету солнца. Кучку-ду. Так, водички попьем. Видимо, потом наступят тяжелые времена. Опять волк. Да что ты будешь делать-то? Подожди, у меня есть лекарства? У меня, блядь, лекарства нет. Яблоки сожрем. Дай-ка меткость открыть. Нет, урон, урон. Блять, еще и ветер начался. Сдохни, собака. А что надо делать, если ветер начался? Скорость передвижения минус 5. То есть я теперь иду еле-еле. Весело живем. Так, трава. Тут какая-то записка. Сундук вскрыть. Это что надо? Вырывать? А, мне надо вырвать вот эти. Ага, их там много. Так, ништяк, я какую-то трубу натаскал. Что это такое? Отмычка. Отмычку, трава. А что-то ткань. Бритва, если едва хватит побриться. А на нее надо металл и камень, чтобы сделать бритву. Да. Мы кого-то нашли. Что это такое? Проклятые повстанцы распространяются как саранча. Она с топором ходит. Она вроде мирная. А враги догоняют вас. Их прогресс отображается красным. А, черепок. За нами еще и погоня идет. Продолжайте движение. Вот этот черепок, то есть это повстанцы. Ё-моё. Мы тихо идем. Грёбаные повстанцы! О, город начался. Слишком далеко. Ну давай, войдем. Нажмите вход, чтобы войти. Иногда вы даже столкнетесь с сюрпризами. Поиск.
Оба-на, это не прикольно. Тут ничего нет. Это не прикольно придумали. Это что такое? Телевизор. Телевизор. Вот это мы пропустили, блин. Надо внимательнее быть. Так, шпионить. Там кто-то есть внутри. Там собака, по-моему, большая ходит. Ой, я себе барбос. Это волк. У него еще интеллект высокий. Взломать, перепрыгнуть. Здрасте, волк! Не знаю, победю я тебя, не победю. Но я нахер лучше выйду. Манала эти ваши переключения. Я очень голоден. Слушай, а че он так быстро проголодался? Ты че, чувак? Я не могу просто гниль так. Просто так я не могу же сырое мясо жрать. Сухая трава. Терпи. Джиги там будешь. Срубить. Несколько кусков дерева. Опять драка будет. Настроение у нас хреновое. Так, у нас еще суперудары есть. По-моему, я умру от собак, а не от повстанцев. Причем какая-то татошка меня убивает. Это что за... Хочется, чё, есть хочется, да? Там, блядь, гиена, тут этот шакал. Это не реал какой-то. Ну, давай сожрём это мясо. Воды выпьем. Гниль, еда, плюс 5, настроение, да нахрен. А мы сдохнем. Защита, давай в защиту уйдем. Блядь. Короче, мы долго не прожили, нас кончили. Я не знаю почему. Ну давай нерабочий подмастерье. Кто у нас есть мощный такой, чтобы ловкость, интеллект, меткость? Оружие на ловкость. Ну давай возьмем вот этого. Вором будем. Так, это мы знаем. Ничто не могло утаить вашу тревогу. Гражданская война, та-та-пара-та-та. Скип. Пустыня Лилия. Дюны Альтора. Я даже, блядь, не видел эту надпись. Home behind. Слезы наворачивались на лицо, но ветер их сдувал, и песок оставался на лице. Поссать было невозможно. Моча также оставалась на лице. Так, это что такое? Может, его похоронить надо было? Так. Так, интеллект, интеллект, ловкость. Что нам надо качать? Ловкость и интеллект, да? А это что такое? Содовая. Содовая игра. Так, кепка нам что дает? Защиту дает. У нас с собой рис. Немножко воды. Несненько мужик умер здесь. Так, а не можно как-нибудь... Сок. А я же могу отдыхать. Когда я отдыхаю, у меня здоровье восстанавливается. Я придурок. Так, он еще и левел качнулся. Только... Слушай, а вор-то получше, чем этот чувак. Профессия, да? Не лучше, да? Нет, не лучше. Так, если мы отдыхаем, мы тратим много всего. Так, ловкость качнем. Так, что еще можно? Ну, давай немного силы вкачаем. Не все так печально было. Слышны позади перестрелки звуки, да? Так, вода выпить, наполнить. Выпить. Все, напились. Наполнить нету фляг. Еще рис.
кстати, я мог бы там заночевать неплохо. А что за грушничка? Ну, игру очень прикольно сделали. Я даже не думал, свет луны, ночь, потеря настроения. Хрена себе, потеря настроения, может поспим? Еще поспим. Что там, ночь закончилась, нет? Тариф удара спасения настроения. А, ну тут еще луна спасает наше настроение. Лишнее не бывает, но у нас провал. Песок, скорость передвижения хреново в песке. Кстати, мы отдохнули, у нас здоровье восстановилось. Так, ясно, ясно теперь, как это солнце. Слушай, а солнце это жарище? В пустыне-то солнце это нехорошо. А как с тобой поговорить? Беженец, нормально. Обмен, умолять. Давай поговорим. В повозке ничего не помещается. Улучшить свою повозку. Обмен жук. Так, вы предлагаете жуков. Она предлагает гниль. Нечестный обмен, слушай. Там обкрасть еще было. А я же вор! Обокрасть, бой будет, а у меня копье, бля, а у меня дубина. Ты что предлагаешь? Шашлык из жуков? Наклей, да? Улучшать свое рабочее место, вы сможете изготовить больше предметов. Какие добрые женщины. Я тут, понимаешь, жену потерял. Мертвый мужик, мертвый мужик! Слушай, тут каждый раз какие-то свои эти... повороты. Так, что у него есть? Не могу ничего найти. Похоронить. Настроение прибавится, если мы его похороним. Мы могли вырезать мясо? Ладно, хер с тобой. Я очень голоден. Мы могли заняться каннибализмом, но это не, мы не сделали. У нас есть жареная ящерица. Конечно, сожрем мы ее. Вор я или не вор, да? Слушай, а вору-то везет? Не, ну конечно, потерять все это не везение. Ну хотя бы живет. Но что-то у нас день быстро проходит, быстрее, чем ночь. Яблонька. Яблоки нам не помешают. Так, сорвать. 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 А, съесть. Так, трава. Можно пропустить просто все это. Погоди, перекати поле, я мог забрать его. А тот мужик какой-то недобро выглядит. Hey. Фитнес влияет на вашу способность поглощать урон. Вы можете найти много насекомых во время нашего путешествия. Че хочешь? Вы предлагаете грибочек. Какой ветер, похоже, будет бой. А что это дает умолять? Там ни хрена не видать. Ты что хочешь? Вы предлагаете жареный рис. Подожди, у меня костер есть. У нее... Ну-ка попробуем поумолять, может нам... Женщина что даст? Женщина, а? Дай нам... войти. Так, ветер. Добрый поиск. Свалка мусора. Что-то полезное, подожди. Hi. Это все беженцы, да? Так, ты что хочешь, ролик на кепку обменять? Нет. Подожди, у меня что, одежды вообще нет? Там какие-то чуваки ходят. Так, шпионить, сломать. Они вооружены топором, еще чем-то, я не знаю, как они к этому отнесутся. Да ладно, пошли отсюда.
Так, ветер, походу, утихает, а я с костром не могу взаимодействовать, да? То есть я в свалке мусора у них смог порыться, а в сам дом лучше не заходи. Печальная история. Так, это что-то у меня плюс 3 настроения, еда. Задохни, волк! На тебе суперудар! Mortal Kombat! Я много играл в компьютерные игры, поэтому я самый лучший беженец на планете. Да, я умею выживать, блять, в пустыне. Надеюсь, я в это верю. Да, сдохни ты уже. Финку в печень. Так, травку съедим. Ловкость качаем, интеллект качаем, фитнес. Фитнес что дает вообще? И у нас навыки какие-то открылись. Давай посмотрим, что тут. Медикамент, эффект медика. Так, на максимум ХП. Сопротивление чему? Я бы ХП поднял. А то у нас быстро кончается так. Так, из одежды что-нибудь у нас есть? У нас есть яблоки. Можем сожрать яблоки. Так, рис пока жрать не будем. Опять что такое? Целебный порошок. Восстанавливает кровотечение. Давай сделаем. Так, из трех травок делается. Все, у нас есть целебный порошок. И очень сексуально развалившийся волк. Ну, он так думает, наверное. Типа, умру-ка я красиво. Так, еще один волк. Почему у него интеллект написан? Слабый, дворняга слабый. Так, посетить. Настроение поднять. Осмотреть, получить предметы. Ага, настроение поднимем тогда себе. Тихо и мирно, зашибись, разобрать. Ой, какой-то... Что это? Кукла. Зажмите правую кнопку, похоже, это завтра погода будет лучше. Если мы разберем, будет у нас металл. Угу. Может, когда-нибудь сможем сделать тесачок? Камень нужен. А где камень? У меня же есть камень. А, это гравий. Погоди, а что надо? Гравий, гравий. Отлично. Я не знаю, зачем это. Бритва. А, бритва, веревка и... Веревку надо. Блядь, я сейчас оружие соберу. Мечты. Урон у этого 1-2. Давай посмотрим, сколько здесь. Так, у нас нож мясника теперь есть. Теперь я мясник. Ну что, собакин. Не повезло тебе. Но! Но, блядь. А что ты будешь делать? Да, блядь, сдохни, собака. Да, анимацию смерти они очень забавно сделали. Так, мы можем принять порошок, можем просто тупо отдохнуть. У нас еды маловато. Поехали вперед. Там еще один собакин. Иди отсюда, иди. Уйди. Да, блядь. О, Mortal Kombat! Собака, умри! Мы какого-то жука с него получили. Это что за... Что это за дичь? Еда, настроение минус 5. Срезали жука собаки. Так, там мертвая туристка. Раком. Каком. Давай поруемся. Добыть мясо, настроение, что-то там написано, ухудшится, если мы разделаем человека. Давай похороним его нахер, мы не каннибалы. Мы еще не настолько в ад спустились. Но чувствую, нас повстанцы догонят с такими темпами.
Так, excuse, так, вызвать понос, требуется фляга, выловить. Что-нибудь ценное, может, на голове. Рис. Мы из болота достали рис. Чё хочешь? Молоко на рыбку? Жареная сардинка. А у нас нету молока. В горле пересохло. Если честно, когда я искал игру, я думал, что я не найду игру про беженца, потому что, ну, думаю, такая неизвестная категория, да? Это что такое? Кто-то умер здесь? Кто бы мог подумать, что есть такие игры? О, надеюсь, ты не ниндзя. Hi. Поумоляем ее. Да что ты будешь делать-то? Кепку на суп отчаяния, господи. Еда, вода, настроение аж минус 100. Это очень... И как вообще это можно проглотить? Нет, это мы глотать не будем точно. Я не знаю, с чего ты готовила свой суп, женщина. Эта земля выглядит такой вкусной. А, у меня с питанием. Давай-ка поумоляем эту. Так, нам дали рыбку. Так, мы можем съесть жука, мы можем сырое мясо съесть. Рис восполняет немного еды. Так что сожрем его весь. Жук ты такой неприглядный. Еда 8. А жрать так хочется всегда, да? Настроение упадет у нас. Давай попробуем так. Давай еще поумоляем, может, что-нибудь еще даст. Спасибо. Что перевело тебе, что привело тебя, юноша? Только тяжелые времена. Все это время только двигался вперед. Эхо гражданской войны добралось и до этого места. Многие проходили через это место. Но ты не такой, как все. Ты зачем ты идешь? У тебя есть цель? Ты прав, я хочу найти свою дочь Сайку. Я потерял семью, когда война настигла мой дом. Мой брат Трик и моя дочь Сайка спаслись. Я только знаю, что они направились на север. Не так давно видел, как тут проходил мужчина в голубой рубашке с маленькой девочкой в желтом сарафане в красной шапке. Они направляются на северо-восток. Насколько я помню, они направляются в Сарду. Точно, спасибо вам, хорошие новости, мне надо спешить. Берегитесь волков, они нападают на людей в последнее время. Вот тебе фляга с водой, да прибудет с вами сила, юный джедай. Войти, куда войти? Так, я слышал, что больше горы, так, поговорить. Так, мы можем на кровати отдохнуть. Отлично. Hi. Так, выспался наконец-то. Так, умолять. Умолять? Mm-hmm. Дай что-нибудь. Так, я могу капусту у них забрать, они даже не заметят, да? А там непонятно, что, блядь, происходит. Что по шпионям? Если я сломаю, вот эти двое меня грохнут. Я ж вор все-таки. Блять, перепрыгнуть. Сломать. А ладно, пошли отсюда. Нечем и нам с тобой разговаривать, женщина. Тебя можно поумолять немножко. Ой, спасибо, мы будем жить, добрая женщина. У нас настроение хоть немножко поднялось. Так, что у нас там? Заодно мы качнулись. Фитнес. Что делает фитнес, интересно? Дубинка 2.5 урона здесь. Ого. Давай-ка дубинку сделаем. Меткость 53, нихера себе. Скорость атаки только низкая. Меткость 50, сила, ловкость. Главный атрибут и сила 53. А, на дубинку сила нужна. А здесь и сила, и ловкость. А здесь ловкость у нас прокачана, да? Но урон небольшой. Долбаный волк. Блять, палка.
Палка-выручалка, бей волка. Палкой по башке ему. Блять. Палка бьет через раз. Зато мясо получили. Живем так. Похоже, не давит грибочек. Жука сажай. Так, овощи давай съедим. Это же картошка фри. Настроение поднимется. Отлично. На нож поменяем. Так, живем, живем. Пока что живем. Можно чуть-чуть помедленнее идти. Но у нас эти долбанные повстанцы не догоняют нас. Блять, шакал-то помощнее будет. Как автобой-то здесь включить? Нас, походу, жакал завалит. У нас еще ветер замедляет. Блять, у нас лекарства нет. Убей, убей волка. О, нет, нет. 7% пути. Да что ты будешь делать-то? Так. У нас продавец вообще веселый. Очки атрибутов плюс один. Давай за продавца попробуем. Да, да, мы потеряли дочь. В пустыне вы встретите много врагов. Блять, там... Я не знаю, зачем делать таких бронебойных волков. Пустыня Лиля. Come behind. На канале будет голосовалка, что более адское. Бомжи, либо пережить войну и потерять все. Так, порыться. Скелет. Смотреть. Погоди. Нож. Подожди, мы что-то как-то могли обойти, что ли, эту собаку? Почему собака выносит нас? Так, у нас интеллект, да, тут качается? Ну, фитнес, выдает уровень здоровья, бонус защиты, шансов... У нас сейчас будет бухгалтер. Милый мой бухгалтер. Вот ты какой. Такой больной. Так, давай-ка поспим здесь. Смотри, как меня колдоебит. Мне нужна вода. Так, наполнить. Выпить. Выловить. Эх, почти, говорит. Жопорук. Рукожоп или жопорук как-то лучше. Выловить. Эх, говорит, почти. Почти мы поймали рыбка. Что такое? Удача, подъем настроения, урон плюс 10. Ночь, свет луны. Короче, пока ночь, надо действовать. Я ночной продавец. Есть. Сорвать. Еду, кстати, восполняет дерево. Сразу мы там типа обжираемся яблоками. И срубить можно. Так, ветер усиливается. В этом районе есть признаки повстанцев. Да такое есть. Сломать. Войти. Ты кто, блин? Повстанец? Беженец.
Умоляю, имею. Может, что даст? Что хочешь? Снежный шар хочет на яблочко обменяет. Сучка, у меня нет снежного шара. Сломать нахрен. Давай еще раз. Так, рыбка. Поиск. Жучок. Йоу. Что это? Мусорная куча. Я не умею рыться в мусоре. Надо у бомжа уроки брать, блин. Все, вышли. Ветер утекает, и это хорошо, он говорит. Так, это что такое? Отчаяние, ярость, зловоние, потеря настроения. Из-за чего, блин? Съесть. Сорвать. Тут, кстати, все на удачу. Как игра развернется, так долго жить ты и будешь. Очень много зависит от вашей удачи. Здорово. Хай. 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 Ай, когда вас плоский перенос. Все, иди отсюда, женщина. Видишь, я в печали. Кстати, жену я не терял, я так понял. У меня только дочь была. Вторую, так, то есть первая игра это у нас социальная, вторая это у нас война, и когда вы гонимы, да? Угу. Умоляем, женщина, дай нам что-нибудь. Вареный рис, у меня нет вареного риса. Надо было с ней сразиться нахрен, раз у нее есть еда. Чувствую, через несколько игр я начну убивать. Подожди, эту штуку-то... Я думал, ее можно как-то выкопать. Hey. Здорово. Mm-hmm. Чё-то дал нам, веревку дал, спасибо. Очень классный фильм на эту тему, называется «Платформа». Она как раз поднимает тематику нашего звериного интеллекта. Почему-то у нас и в Библии это и зверем называют. Не зверя называют зверем, что он там зверь страшный, фу-фу-фу. А число человеческое, понимаете? Так, посетить. Осмотреть, может, что полезно найдем. Рис нашли, давай еще осмотрим. Тут, он, оказывается, он попытки у нас. Яблочко, давай разобрать. У нас инженер, блядь, оказался умнее. Кто он там, продавец? Умнее вора и всех остальных. Волк. Фитнес. Подожди, а в бой я могу... Автобой. Раз себя в тобой-то круче. Чуешь себя такой шепот. Скорость передвижения, фитнес. Плюс 2. Беженец. Mm-hmm. Умолять Hi. Беженца. Пожалуйста, женщина. Ах ты сволочь, что обувь из тряпок ей нужна. Нет у меня обувь из тряпок. Что это? Вода. Наполнить. У нас еще одна фляга появилась. А еще есть? Рыбку попробуем поймать. Эх, почти, говорит. Здесь бы заночевать, кстати. У воды. У воды ни туда, ни сюда. Но это у нас контрольная точка получается, да, к которой нам надо дойти. Каждый раз мы доходим до контрольной точки, и нас заваливает какой-то шакал. Так, когда мы бегаем, еда у нас тратится просто бешено. Так, войти. Дома надо обыскивать по полной программе. Так, рыбка класс. Я что-то нашел еще. Плюс я, я качнулся. Так, сила, ловкость. Навыки. Так, что у нас там открылось? Комбо, может, ярость. Настроение. Что такое комбо? Давай комбо. Я буду супер боец.
тебя больше ничего нет. Так, здесь нам что требуется? Сила. У нас сила никакая. Просто никакущая. Так, давай вот это вот сделаем. До этого надо металл раздобыть. У нас металла нет. Пиво, смотри, вода плюс 10, настроение плюс 20. Отхлебнем-ка пивчанского у нас его там много, тем более. Капустку нашли, надо же. Кто ж ты такой щедрый? Ломаем, короче, все двери. Давай еще раз. Разобрать. Мне это нужнее, чем им, правильно? Нам тут все вообще нужнее. Трава нам нужнее. Под завалами можно кого-нибудь было найти, конечно. Так, сломать. Взлом замка. О, добрый день, мистер. По-моему, мистер вообще похер. Похер же мистеру, да? Так, тут дверь открыта, смотри, у него спальник тут лежит. А давай отдохнем. Отлично. Не зря мы сюда зашли, конечно. Так, взломать замок. Я... Ворюга я или не ворюга? Так. Хотя я не ворюга, я продавец. А может я не просто продавец? Я... Ух ты, я рис нашел. Рыбку выловил. А, золотую рыбку сожрем, короче. Ни хрена себе, я не знал, что аквариум можно обчищать. Так, ну живем. Смотри, вообще живем. Еды у нас. Давай, два яблочка откусим на всякий случай. Сейчас будет сражение с волком. Так, автобой. Он меня по яйцам зарядил. Быстро что-то я прикончил эту псину. Ау-у-у, такие. Сразу видно, кто здесь дворняга. Так, у меня почему-то... Почему у меня пополняется здоровье само по себе? Войти. Так, здесь какой-то столик. Украсть дерево. С собой с... Я с тележкой тут не просто так же хожу по этому дому, блин. Какая-то ветхая дверь, так, шпионить, сломать нахуй, блять, перепрыгнуть. Да что ты будешь делать, сломать. Только перепрыгнуть остается. Что там хоть было ценно? А, на мусор был. Блять. Угу. Так, что я могу, поговорить с тобой? Вы можете заболеть под дождем. Заболеть под дождем здесь? Обмен. О, она рыбу на гниль продает. Настроение будет минус 10. ХП минус 10. Да иди ты в жопу. Какой ветер. Я еще и очень голоден. Плохо питает нас. Так, ящерица. Настроение минус 8. Еда за рыбку. Да, ее помоляем, что-нибудь даст. О, гниль дала. Давай еще помоляем. Женщина, женщина, дай денег. Ну, что это нам дал такое? Торт? А почему настроение упадет от торта? Торт темно. Традиционная еда Востока. Даже я это могу разобрать, да? Да, сожрем его нахрен. Что нам настроение поднимет? Пиво! Hi. Тебя тоже помоляем. Еще помоляем. Я бедный мужчина с востока. Mm-hmm. Mm-hmm. Очень бедный мужчина с востока. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Такая. Mm-hmm. Mm-hmm. Что он с ней делал, вопрос? Почему она стонет? Так, войдем. И сразу кровать нас. Давай подыхаем. Настроение, что-то у нас вообще настроение поднялось, ништяк. Mm-hmm. Давайте я тоже поумоляем. Ммм, такая, не стоит меня умолять. Тебя тоже можно поумолять? Надо было другое слово написать.
если с женщинами встречаешься, восточными. Hey. Они просто очень добрые. Хотя, ну, кто знает их. Так, еще раз отдых. Нет, мне отдых не нужен. Все двери открыты у них, прикинь. Вот так надо жить, украсть дерево. То есть меня здесь накормили, напоили, а я у них украл гнили дерево. Hey. Здрасте. Mm-hmm. О, тебя можно помолять. Mm-hmm. Сколько раз? Два, да? Так, еще что-то стырили. Mm-hmm. Ну, то есть я продавец, они меня все знают, и они мне дают еду. Это же, говорит, он нам продавал рыбу, да, от которой мы обосрались. Давай накормим его гнилью. Что это мне дала, яичко, что ли? Погоди. Вареное яйцо. Опа. Настроение вообще на нуле у нас. Надо пивчанского хлебнуть. Нас эти повстанцы догоняют вообще. О, я траву смог получить. Смотри. А для чего трава, я только не понял. Так, грустные. Я грустный? Ни хрена у меня, смотри, у меня грусть на меня напала. Тут можно помогать автобою. Хрена себе, немного древесины. Я пол дерева срубил. Настроение падает. Меня так пиво не спасет надолго. А, это ходьба, короче, у нас есть. То есть я могу кнопки не жать, сидеть, просто автоходьбу врубил. Я умоляю тебя, мужчина, дайте мне что пожрать. Давай еще раз, ты мне дашь что пожрать, а? Ах ты сучий отрох. Вон тот мужчина с усами, я его знаю. Эй, ты говоришь, что ты... Вова, он нам еды дал. И мы мясо можем обменять на что? Не, мясо лучше. Так, что это слепота? Да ты шутишь. Умоляю тебя, мужчина, дай что пожрать. Побольше пожрать давай. Можно еще побольше. Так, юноша, что тебя привело? Война. Ищу дочь. Дочь проходила недавно на восток. Да, спасибо. Берегись волков, они тебя тут каждый раз дрюкают. Давай войдем пока в дом. Украсть дерево. Само собой, что я еще могу здесь сделать с этим деревом? Грибочки, это что такое? Что это? Я почему не могу это взять? Украсть рис. Еще раз украсть рис. Слушай, это не продавец, это прям реально. Давай-ка отдохнем. Настроение, смотри, сразу вверх пошло. Тыкс, чуть-чуть поднялось. Опа. Взломать замок, я же мастер. Украсть дерево. Так, мы кочнулись. Так и чуть-чуть ловкости добавим и фитнес. Так, сюда. Вот так. Навыки. Так, что я хотел? У нас ХП мало. Медикаменты у нас. Настроение будет поднимать. Опыт плюс 15. Нихера себе. Уклонение плюс 10. Блять, я все хочу. Уклонение плюс 10. Скорость передвижения. Так. Давай ХП качнем. Ладно, будем постепенно. Постепенно. Мало очков дают вообще, капец нахуй. Повозка. Что нам повозка дает? Увеличит вместимость. Так. Кухонный предмет. Мы можем это все делать, да, вот здесь? Улучшить повозку можем. Что надо для этого? Дерево, палка, камень. Так, камня у нас до хрена.
Так, веревка. Траву мы тоже насобирали, так сказать. Так, повозка, повозка. Что там еще надо? Дерево. Дерево же, у меня есть дерево. Веревка, камень. А, клюшки этой нет. Ну-ка. О, повозку можем. Качнуть повозку свою. Ну так, качаем повозку. Вместимость у нас сейчас 90. Типа должна вместимость увеличиться, да? Да, достава увеличится вместимость. Это что такое? Кухонные предметы. Количество рецептов еды, сбор воды во время дождя. Ядерен батон, мастерская. Собирайте рецепты, части для предметов. Факел, увеличится настроение и меткость ночью. Твою мать! Ткань нужна. Ага. Так, давай веревок наделаем. Трава нам вообще не пригождается. Так, камня наделаем. Все, у нас закончилось. Все закончилось у нас. У нас все закончилось. Так, у нас есть торт ящерицы. Настроение аж минус 10, будет еда плюс 25, ностальгия 10 секунд, рационная еда Востока. Так, похоже, не ядовит. Грибочки. Чуть-чуть откусим грибочков, у меня пивасика все нету, да? Вот печаль-то какая. Так, у меня нет пустых фляг, да у меня питье пока не сильно. Блять, придурок, мне же надо попить. Вот так вот. Наполнить. А ты шутишь? Ты чё, все будет разоссано. Санью, говорит, ветер утихает, это хорошо. Hey. Давай его умоляем, уж что даст. Местный житель. Hey. Местный житель, да. Нам нас пираты догоняют, или кто они там, повстанцы. Бежим нахрен отсюда. Отчаяние. Все, у нас настроение говно. Напитые мы. Это что такое? Голод. Женщина, я так сломлен. Мудаки нас почти догнали. Почему у нас отчаяние, понять не могу. Что? Что с тобой, мужчина? Как тебе поднять твое настроение? Ты книжки хоть читаешь, что ли, там в дороге? Нет, что-то они, блядь, ускорились. Я с такими темпами не двигаюсь. Пожалуйста, дай денег. Пожалуйста, дай тортик. Что? Вот эта кнопка вообще здесь ценная. У нас кровотечение. Японский город. Так. Озергут. Так, настроение хуже уже не будет. Может, эти нас повстанцы, если догонят, то мы, короче, здесь встанем. Дайте, пожалуйста, денег. Дайте, пожалуйста, пожрать, чё. А чё, меняешь на чё-нибудь? О! Ни хрена нам риса дали. Так, я не знаю, зря я сюда зашел. Эти нас почти догнали. Наполнить чем? Унитаз. Ну давай выпьем, ладно. Настроение минус 15, оно уже хуже не станет. Отдохнем. Хотя повстанцы. Украсть рис. Забрать гниль. Украсть рис. Щемимся, щемимся. Здравствуйте, сеньоры. Дайте, пожалуйста, что-нибудь пожрать. Дайте, пожалуйста, что-нибудь пожрать. Суки вы здесь все.
Нас почти догнали. Да чё надо-то? Хай, они нас догоняют. Так, у нас еда прям снижается конкретно резко, быстро. Так, это жрём. Это 100% жрём. Ностальгия. Там хуже не будет. И бежим вперед. Как они нас так догоняют? Я не понял. Это игра так специально делает, что ли? Я даже бегу, они что там на танках едут? Пройти сквозь объезд. Прорубить. Давай. Путь расчищен. Корова, верблюд. Вырезать мясо. Давай вырезать мясо. Съесть, может вызвать понос. Так, эти кусочки вроде ничего так были. Траву давай! Опять волк. Автобой, короче, он автоматически машет, а уворачиваюсь все равно я. И супер... Ох ты, у него тоже супер удар есть. Что это за волчара такая? Пиздец, он меня в жизни вынес. Нам надо где-то поспать, отдохнуть, но нас уже настигли. Так что спать нету времени. Так, погоди. Да, хоть чуть-чуть давай. Тряпочку. Я могу бинты делать, интересно. 41% пройден, блядь, пути. Вы чё? Женщина, дай мне бинты, пожалуйста. Жадная женщина вообще. Так, фрагмент металла на повязку. У меня нет металла, ты чё, блядь? Так, наполнить фляга. Пить. Ладно, так уж и быть, давай поспим здесь. Они нас почти настигли, я не знаю, они там... Вперед нас куда-то, что ли, ускакали? А, подожди, вот этот флажок, это я, это они. Я-то думал. Чему не спрашиваешь? Привет, ты, похоже, умный человек. Как ты это понял, блядь? И меня за бесцеремонность. Я местный учитель, у меня 14 учеников. И? Жаль, но у меня нет настоящей школы. И что ты хочешь от меня? Представление, которое могут поддержать школу, становится все меньше и меньше. Я не хочу, чтобы незнание так... Знание силы хочу дать, это силу детям. Ну, то есть они поднимают такой острый вопрос, что дети не учатся, никто в деревне не может ответить на мой вопрос. Может, ты ответить? Так, давай я смогу. Начнем тест. Итак, какой формы земля? Можно вот это ответить? Я не шарофил. Я не люблю шар. Давай плоское. Чисто прикольнемся. Так говорили местные старики, я знаю, это неправильный ответ. Да иди ты в жопу. Неплохо, на другой вопрос. Почему предметы не летают? Магия? Гравитация? Да именно так. Сколько мест в мире имеет хороший климат? Нисколько. Очень мало. Много? Серьезно, что за штука, когда открываешь это, из него начинает бежать вода? Горло? Колодец, вопрос. Водопроводный кран. Так, точно. Что за магический сладкий напиток, что все любят? Содовое. Мы нашли открытку очки навыков. Так, мы нашли открытку, что, брат, ты все еще работаешь в той деревне, ты должен найти что-либо другое. Хуя тут посылы. Так, нужна содовая. А у меня ее нет. Жаль, ничего произведите мне передать. Да. Настроение все равно в говнину у нас. Hey. Погоди, и даже не думай сопротивляться, это вор. Сопротивляться, у него какая-то клюшка мощная, он еще сильный. Он нас пропустил, посмотри на себя, жалкий, иди отсюда. Сам ты жалкий, блядь, чё, блядь, я тут... Да я крутой. Стой, стой! Да как его остановить-то этого? Так, выловить.
еще можем выловить. Так, рыбку поймали. Давай поспим здесь. Нам надо здоровье как-то восстановить прям конкретно. Что ты можешь дать нам, женщина? Ничего. Вижу, ты добрая женщина. Да, я говорю, добрая женщина. Пока я тебе ничего не дам. Так, зайдем в дом. Поиск. Ничего нету. Опа, взломать замок. 83 у меня вообще процента. Забрать рис нахрен. Он мне нужнее. Я что за сумку? Оу. Вскрыть. Опа. Так. Какой я молодец. Обокрал местных жителей. Ну, хочешь жить, говорится, не так закручишься. Я ж голодный, блядь. Надо жрать срочно. Так, рыбку. Еда. Так, это что? Еда. Жареное мясо. Все, живем. Ой, дайте, пожалуйста, что пожрать, пожалуйста. Я все сожрал, что у меня было. Тортик, спасибо тебе, женщина. Я еще и качнулся благодаря тебе. Где тортик-то? Так, настроение плюс 5. И у нас будет ностальгия добавлена. Лучше бегом передвигаться. Так, перепрыгнуть, скрыть замок. Что? Ни херна себе. Не-не-не-не-не-не-не, подожди, так вроде бы соблазн есть, они сильные и ловкие. Блять. Да пошли вы в жопу. Сильные и ловкие, лохматые. Так, что у нас здесь? Тоже можем скрыть замок, войти. Ты один тут? Ты умный, да? Умный, значит, ты меткий. Дай-ка я здесь посплю у тебя, пока ты бегаешь рядышком. Бля, чем же себя вылечить? Подожди, у меня было 3 травы, я мог себе сделать зелье. Ай, я тупая. Бля, это что такое? Чай сварили, что ли? Вода. А, мы очистили воду. Ну, давай схлестнемся с ним. Так, баланс... Да волк, сдохни уже, сдохни, волк! Сдохни, сдохни, волк, сдохни! Мы оба умерли, это пипец, это пиздец просто. Режим истории, режим выживания, так, завершено 13% пути. Ну что могу сказать, игра интересная. Если вам интересно, мы будем играть, когда выбирать, я сейчас несколько игр добавляю, про адскую жизнь, что такое ад в понимании человека, да, и как я его вижу. У нас был социальный ад, ад после войны, ну, или во время войны. Ну и ждем третье видео, у нас будет из 3 игр выбор, а может и 4. И мы проведем стрим, как только я проведу все 4 или 3 игры о адской жизни. И что есть зверь, который есть человек. То есть над чем задуматься, да, по идее. Я люблю игры, где можно подумать, которые нас погружают в ситуацию и как бы говорят, вот смотри, люди могут выживать, могут страдать. Так что увидимся в следующем видео. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем видео. Всем пока!